Здравствуйте, мои зрители, дорогие, любимые. Так, я буду очень коротко говорить и показывать то, что я сейчас делаю. Сегодня 11 июля. Вы знаете, погода замечательная. Вчера было 40, сегодня утром уже 24. И сегодня погода прям классная вообще. Вот, смотрите. Тучки такие, пасмурно. Вот, я что хотела сказать, показать, вернее, то, что я не только торгую и собираю, но я, конечно же, еще и работаю. Сейчас я сижу в работе вместе с клубникой. То есть я ее капитально делаю прополку. Сейчас я вам это покажу и немножко расскажу, что надо делать обязательно. Хочу показать вот такой вот участок, который полностью зарос. Видите, когда мы пахали, мы с новой дачи принесли несколько кустиков. Ну, тут кустиков 20, наверное. Может, побольше. Ягоды. Это клубника, она ремонтантная. Вот. И сейчас вот 10 июля, да, 11. И вот она уже начала у нас потихонечку плодить. Мы уже много собирали уже ягоды. Кстати, ну это просто я вам показываю то, что она продолжает формировать ягодки. Вот что я хочу сказать. Я сижу, работаю, и срочно, если я сейчас вот эту траву не уберу, ягоды, конечно, не будет. Она вся в траве, она просто заглушена этой травой. Вот работа очень нелегкая. Я сижу на своем любимом стульчике. У меня их два или три. Вот. Вот такая у меня есть мотышка маленькая. Вот она с двух сторон. И я ей очень удобно вытаскиваю траву. Потому что трава здесь в основном, вы видите, она какая? Она очень плохая, и у нее очень... Ну, корневая система уходит глубоко, и она как вот мешок. Вот видите? Это я маленькие сорвала. То есть я протыкаю вот этой стороной мотышки, вот, и вытаскиваю вот таким образом. Таким образом я вытаскиваю вместе с корнем траву. Вот, посмотрите, какая трава. Просто противная настолько, что она, ну, у нас уничтожила одну плантацию клубники полностью. Полностью уничтожила. Вот. И вот таким образом здесь у меня ведь кустики. И видите, что творится. Вот один кустик я уже сделала. И вот она у меня цветет. Видите? Вот этим я и занимаюсь. Почему я это говорю? Просто мои зрители, мои подписчики мне пишут, что ну ты уж маме своей помогай, работай. Вот. Конечно же, я все это делаю. Тут настолько все у нас заросло. А почему у нас такая история произошла? Потому что по осени были очень сильные ливни. И мы всю осень, мы просто ничего не могли сделать. И поэтому у нас в этом году просто сплошные джунгли. Вот так тоже бывает. Вот. Поэтому сейчас вот такой работой я занимаюсь. Рядышком у меня вот здесь вот стоит радио. Конечно, сейчас я его выключила. Включу и буду работать. Веселей. Да, я складываю вот траву. И потом ее уношу туда, на брошенную дачу. Вот, видите, у нас какие заросли. Это все от того, что, во-первых, мы не успеваем на 15 сотках. А во-вторых, с осени вот у нас такая проблема. Вот, я хотела вам показать вот эту гадость. Посмотрите. Я открываю кустики, да? А здесь же все в траве. И вот посмотрите, что на листочках. Вот это и есть слизень. А ведь в этом году у нас его мало. Но как только он чувствует, что вот такая вот влага, здесь же влага, кустики все в траве, и все. Он, оказывается, здесь вот. Здесь у меня сидит, хорошо себя чувствует. Вот, пожалуйста, вот эта гадость. Вот. Немедленно сейчас буду уничтожать каким-то образом, я не знаю. И вот они здесь у меня живут. Такие паразиты.
Просто в прошлом году это у нас была целая трагедия. Они у нас все сожрали. Не было так жарко. Вот, видите? Жрут и ягоду. Вот все, что растет в огороде, они все сжирают. Вот мои кустики появились. Вы видите, какая работа проведена, мои дорогие дачники, зрители. Ну вот это вот маленькая лопаточка, а какие творит чудеса. Ехали вот эту трава, это вообще, вот а правда, откуда она взялась? Просянка. Просянка. Вроде бы участок новый. А, ну это с водой. Нет, она не с водой, она с органическими удобрениями. Мы ее посеяли, по сути дела. Там одна корова, когда едят, она просянку любит, а семена они не перерабатываются, они остаются. Ну сколько я вот с этим участком сижу? Не знаю, 2 часа, наверное. Она не... Я ее прикрывала чем-то, понимаешь? Она не вымерзла. Да. Я хочу вам показать и похвалиться результатом своей работы. Ну а почему бы и нет, правда? Сейчас покажу, какая у меня стала клубничка. Можно сказать, я ее спасла. Вот в прямом смысле спасла. Потому что если бы сейчас я это не сделала, у нас бы сейчас в осень не было бы ягоды. А ягода будет. 3 часа назад был просто кошмар, да? Вот моя работа. Вы знаете, я так вот... Мне так на душе сразу хорошо. И вообще, когда видишь результаты своей работы, правда? Прям душа радуется. Вот. Вот она, клубничка уже тут у меня появилась. Вот она. Вот она. Вот она. Вот. И она уже, заметьте, она цветет. Она уже цветет. Еще раз хочу сказать, что мы посадили вот эту маленькую плантацию осенью. Мы перенесли с новой дачи, с той, которую мы продаем, вот сюда вот, ну вот, столько кустиков. И вот уже она дает свои плоды. Сливое лицо женщины. Что еще надо? Рада видеть результат своей работы. 3 часа я сидела в этой грядке. Ой, я не могу. Ой, загорать нельзя, я как это. А я себя немножко подпалила все-таки. Хотя солнышко сегодня не очень яркое. Вот так вот. Будем ждать теперь ягодки, ждать плоды. Эта ягода, она, конечно, она многоразовая. Елизавета, мама уже сказала. Но вы знаете, какая она душистая, вкусная. Я просто вам советую ее сажать, мои дорогие зрители. Ну все, я с вами прощаюсь. Лары в счастье от того, что сделала такую трудную, кстати, работу. Очень трудная. Тем более, она вся была в траве, которая называется просянка.